В районе мыса Бурного ведется капитальный ремонт теплосети, которая доставляет горячую воду и отопление жителям Игишельда. 580 метров трубопровода отремонтируют в два этапа. Первый этап, протяженность трубопровода 230 метров, вы видите его сейчас. Планируется завершить его через неделю, открыть дорогу. Он выполнен на 75%. Второй этап, он уже проходит по территории гостиницы «Амурский залив» и не создает особых проблем для жителей города. Он завершается к 30 сентября. Напомним, во Владивостоке в этом году проводится масштабный ремонт тепловых сетей, которым более 30 лет. Сетевики Владивостока продемонстрировали демонтированные трубы с 7 улиц города. Вот такая труба, по такой трубе шел теплоноситель. В целом она была примерно вот такая, это ржавчина, которую там ногой пнешь, и она превращается вот в такие вещи. В чем сложности? Ну, помимо того, что это течь, потери, мы все понимаем, плюс ко всему, такую трубу невозможно ремонтировать, то есть к ней некуда привариться просто элементарно, потому что все творить невозможно. Поэтому нужно менять там капитально сети, то, что мы делаем сейчас. Отметим, сетевики уже готовят план работ на будущий год. В него войдут не только тепловые сети, но и электрические, которым ранее не уделялось достаточного внимания. Олег Завьялов, Елизавета Драгомирова, новости на Восьмом.